Обновление в линейке торпедовской экипировки аккурат к декабрьским матчам. Накануне игр со «Спартаком» в Нижний Новгород прибыли толстовки и футболки с торпедовской символикой и сразу же оказались на прилавке. Отличный подарок на Новый год, между прочим. С днем рождения! С днем рождения! Так приветствовали болельщики появлений на автограф-сессии Дмитрия Макарова. Форвард в день своего 28-летия матч пропускал, он еще восстанавливается после травмы. Но общение с болельщиками вместе с Ильей Крикуновым отработал на 100%. Сама команда решила галстук Дмитрию не дарить, а поздравить своего товарища победой. «Спартак» переживает не лучшие времена, но это не повод для расслабления. Торпедовцы сразу же пошли вперед и на 5-й минуте воплотили свой стартовый порыв в гол. Варнаков и Никитенко поборолись за шайбу в зоне «Спартака», а Тёрнберг броском с разворота вонзил шайбу под перекладину и принял поздравления от партнеров и болельщиков с триумфальным возвращением после травмы. Красно-белые долго не могли прорваться в зону торпедо. Первый опасный момент создали на 11-й минуте и окопались, получив большинство. Могли и забить, если бы Эллисон в последний момент не блокировал бросок в открытый угол. Выстояв, торпедовцы почувствовали себя слишком спокойно и были за это наказаны. На 25-й секунде второго периода Ружечка отправляет шайбу в пустой угол. «Спартак» при этом находился в меньшинстве. Красно-белые воспряли и всерьез вознамерились развить успех, и подобно хозяевам проспали рывок Нильсона, врезавшего от синей линии 2-1. Шла 25-я минута. 3 минуты спустя по шайбе приложился Хиетанин и реализовал большинство. Пока все гадали, не поплыл ли «Спартак», свою команду пришлось выручать Ковалю. На свидание с ним выскакивал Бердников. Позднее на пресс-конференции Кари Ялынин назовет этот момент переломным. Также в начале третьего периода нос к носу с Косутиным выскакивал Никитенко, не хватило только последнего аккорда. И все-таки Андрей поучаствовал в четвертом взятии ворот «Спартака», отдал результативную передачу Михаилу Варнакову, 4-1, 48-я минута, в большинстве. Любимец нижегородской публики прервал свое голевое молчание, длившееся с 10 октября, и был признан лучшим игроком своей команды. «Спартак» все сегодня считают удобным соперником, а насколько он был удобным? Ну, знаете, он, я бы так не сказал, можно считать удобными соперники, там кто-то кто в плей-офф не попадает, но удобным соперник, если таблицу посмотреть, тем не менее, по 30 очков там с хвостиком у всех, поэтому какие же они удобные, если у них они все равно кого выигрывают и выигрывают все равно регулярно, поэтому потерять 3 очка и потом что ты скажешь, то есть надо настраиваться на каждую игру, как на неудобного соперника, мы об этом не думали. Когда на 55-й минуте шайба влетела в ворота Косутина от конька своего же защитника, стало ясно, удача и не думает поворачиваться в сторону «Спартака». Гол, к слову, записали на Владимира Горбунова, запустившего шайбу в рикошет из круга вбрасывания. 5-1. Девятая домашняя победа нижегородцев подряд. Пустите харьоттелемаан колме пайва тоси лаарукасти. И 3 дня мы очень качественно потренировались. Я се харьоттелу тулос кюля нэкю меден пелисе. И в сегодняшнем матче мы видели результаты этого тренировочного процесса. У нас очень была сильная мощь в катании. Мы хорошо боролись и выиграли единоборство. И команда очень морально была хорошо подготовлена, со свежими мыслями. Sillä lailla olen kyllä tyytyväinen. Yhtään heikkoa lenkkiä ei ollut tänään joukkueessa. Довольно игрой своей команды, и сегодня у нас не было ни одного слабого звена в составе. Следующий соперник «Торпедо» из разряда принципиальных. В турнирной гонке в западной конференции «Северсталь» уступает нижегородцам 5 очков. В матче 8 декабря хотелось бы эту дистанцию увеличить. Владимир Широков, «Торпедо ТВ».